Всем привет! Тут мы с вами будем водить, ну, вот такую вот мусоровозку или garbage truck. Так, где-то мы сейчас в городе находимся. Вот первый контейнер мусорный. Тут даже показывается весь процесс. Так, ну что, едем к следующей. Так, это что, уже свалку мы приехали? Вот так вот выглядит наша мусоровозка. Все быстро, только одно этот. Из-за одного контейнера ехать на свалку. Так, а вот у нас новый грузовик. Так, давай-ка мы его сюда сейчас. Нам надо снова, задача наша, опустошать эти контейнеры. Да, давай же заезжай. Так, вот первый есть. Здесь еще будет. В предыдущем уровне как-то мало было, всего лишь один. Так, и нам вот надо на мост заезжать. Странные, конечно. Так. Ну вот, мы заехали. Так, и снова нам надо после одного контейнера ехать на этот, на свалку и выгружаться. Странное, конечно, но ладно. Мы все-таки на месте. Так, а мы поехали дальше. Походу, два этих будут. Две мусоровозки всего лишь. Так, вот прям сразу тут появился. Странно, что здесь контейнер делает. Ладно, давай же. Блин. Маловато здесь мусора. Так, ну поехали. Теперь мы спускаемся с этого моста. Ага, здесь уже побольше. Видите, здесь уже второй бак мусорный. Да что я там врезался? Давайте еще раз попробуем. В предыдущем уровне я во что-то там врезался, хотя там такого не было, вроде, не знаю. Попытка номер два. Так, ну тут все нормально прошло. Давай, блин, вечно не доезжаю чуть-чуть. Так, ну здесь мало мусора, здесь можно особо и не собирать. Так, ну поехали, посмотрим. Надеюсь, в этот раз никуда не врежусь. Надо будет аккуратнее как-то заезжать. Чекпоинты. Так, ну вот видите, здесь ничего нет. А что я там мог врезаться, я не знаю. Так, ну в этот раз все нормально прошло. Так, и поехали. Я так подозреваю уже высыпать мусор на свалке. Так, ну да, походу вот вижу уже свалку. Здесь до нее спокойно доеду, ни во что не врезаючись. Так, а что это тут такое? Пропасть какая-то. Странная тут. Нарисовано, конечно.
точнее не дорисовано дороги. Ну и готово.